От убийства госбезопасностью главы еврейского антифашистского комитета Михоэлса начинается официальная советская юдофобия. Борьба с безродными космополитами, евреями, то есть. Новый русский патриотизм. Дело врачей-убийц. Новый кровавый навет. Национально-буржуазной организации. Joint. Только смерть Сталина отменит расправу. Компания Show One Productions представляет. Впервые в Торонто знаменитый российский телеведущий и журналист Леонид Парфенов представит свой новый фильм об истории евреев в СССР. Творческий вечер, совмещенный с показом фильма, завершающего документальную трилогию «Русские евреи», пройдет в зале Toronto Center for the Arts 27 февраля в 7:30 вечера. Билеты на сайте russiantix.com, телефон 416-726-6992. Информация на сайте showoneproductions.ca.